Друзья, всем привет! Сегодня ярмарка. Город Кропоткин, Россия. Идем смотреть обзор канареек, попугаев, декоративных птиц. Ну и все подряд посмотрим. Сказать, а? Не могу сказать, надо ему, не надо. Это уже надо. На входе ну, так... немножко рыбок я сегодня набираю, есть. Я набираю, спрашиваю, где он стоит. Растюшка, растения. Идем дальше. Я могу его набрать телефон. Здесь классные щенята. И здесь тоже. Ничего не понятно. Это ваши собаки или кто-то? Да. Там вот такой рассвет. Отдали девочки. Паспорт есть. Если бы были документы, было бы дороже, но они чистокровки. А что за порода? Джекасс. А что умеет делать? Что умеет делать? Ну, если дрессировки очень хорошо относятся. Да? Умеет все. Ясно. Хомячки, кому интересно, 100 рублей штучка. Еще рыбоньки. От выставочных. Вот такие собачки по 25. С клеймом, с родословной. Все есть, приезжайте, пожалуйста. Здесь горные попугаи, горные молодежь. А какую цену ваши горные? 10, молодые. Взрослые 13. Молодежь 10, взрослые 13. Молодые, здесь да? Розоевы по 4, по 5. Есть молодые, есть пара взрослых. А ваши собачки в какую что, цену? Видно так? Ну, смотря которая. Вот эта пушистая. Ну, за 25 отдам. Ага, 25. Это у вас морская свинка, правильно? Сколько стоит она? 4. А как эта порода называется? Скини? Да. Вот, друзья, такая скини сегодня здесь. В какую цену ваши свинки? Красавицы. Бери на развод, у тебя не такие. Они у меня 4 цветов сейчас забрали. Мышки песчанки. А здесь вот певчие попугаи. Постоянно. Так, а здесь большой выбор, молодежь, розелы, пестрые, красные. О, почти ручной, смотрите. А вот просили показать для Сережи, который уехал на море. Сережа, вот такая волна. Друзья, вот еще розелы красные, карелы, ожерелые. Это товарищ приехал с Луганска. С Луганска. Друзья, вот певчий попугай. Сто пудов занесет, попрощай. И в какую цену такие крупные? А молодые по 1000, есть шикарные. По 1000. Шикарные, просто вот шикарные. Молока нальет. Да мне самому не вкать. А почем такие курочки у вас? 1000 рублей. Красота. А здесь такие вот пенанты красивые. Вот есть, вот есть.
Друзья, ставшей традицией, по традиции показываю вам собственное производство. Гнезда для канареек из джута, переноски маленькие, переноски побольше. Вот такие вот клеточки для разведения. Здесь кормушка, поилочка, все в наборе. Вот так это смотрится. Также есть гнезда из нейлона, тоже для канареек хорошо подходят. Ну вот они. Можно заказать, высылаю почтой гнездо, поилочку, кормушечку, купалочку, корм. Кто хочет заказать гнездо, переносочку маленькую или побольше переносочку, можете звонить, писать на WhatsApp 8-928-231-6107. Друзья, канарейки. Здесь сегодня очень много зебровых амальничков. 350, по-моему, цена 400. Какую цену такие голуби у вас? Такие, разная цена, да? А вот этот с темной шеей сколько стоит? Красивая. Да, да, да. Да, шейка. 350. 350. Чтобы хоть знать. Почем ваши неразлучники? 300 рублей. Молодец, да, красивая. Друзья, очень много волнистых попугаев. Прям вот так можно всех погладить. Красавцы. Молодежь, ручные, можно говорить научить. Серьезно, я просто, я помню, крупно. Друзья, еще большой ассортимент Розел. Ну вот они, красавицы. Ну это пестрые. Правильно называются, по-моему. Ожерелые желтые, ожерелые голубые. Это монах Калита. Так, так его, чтобы вам было видно. Это тоже монах Калита, все. А вот ожерелые желтые и столистые какие-то, как не синие, не серые, дымчатые какие-то. А тут розелы рубиновые и пестрые тоже есть. А я сюда. Камеру надо хорошую, Юра. Вот такие. Это не разлучник Фишер, правильно? Да, да. А сколько стоит? Золотистый. Золотистый Фишер, да? Да. Сколько стоит? Говори. 1000 рублей. 1000 рублей один? Да. Все, спасибо. Друзья, вот это розел, это ожерелые. Майкопская птица. Просили передать. Птица майкопская. Вот хороший выбор сегодня здесь. Карелы есть у человека. Малыши. И неразлучники тоже, смотрите. Черноклювики это как раз маленькие самые тут. Месяца два-три от силы. Вот они. Да,
Токарики яркие, красивые. Попугай Карелла. Хорошо имитирует человеческую речь, приручается. Очень привязывается к человеку. Улыбочку, улыбочку. Внимание. Друзья, одну часть рынка удалось пройти. Это будет первая серия, которая подходит к концу. Также, возможно, выйдет вторая серия и третья серия. Подписывайтесь, переходите на Яндекс.Дзен и смотрим вторую часть, третью часть на Яндекс.Дзен. Всем всего доброго, до скорой встречи.